Так, ребята, есть очень как бы крутая и срочная активность, которую я бы вам очень даже советовал сделать. Это ну, недорого, очень быстро все. И нужно, я считаю, все-таки забабахать эту движуху. Речь идет о сети Scroll и вот этом вот сайте Olto, или как он там называется, какое-то название странное. В общем, нам нужно тут задеплоить контракт. Если вы, может быть, помните, дай бог я не ошибаюсь, вроде бы тоже на скролле, но только в тестовой сети, мы там развертывали смарт-контракты и все такое. Я тоже видео снимал, все показывал пошагово, но там было муторно, но все-таки мы это делали. Надеюсь, нам это зачтется. И сейчас уже есть, как бы, можно сказать, такая же тема, но уже в Майнете. То есть скролл уже вышел в Майнет, в основную сеть с тестовой. И тут сейчас тоже можно вот повзаимодействовать, так скажем, со смарт-контрактом. Это как бы немного другое, чем мы делали раньше в тестовой сети. Но, в общем, взаимодействовать со смарт-контрактом, развернуть, свернуть, взаимодействовать и так далее. Не буду на этом всем останавливаться, потому что это и не надо. Сейчас в Майнете вот этот сайт сделал такую фишку, что можно это все дело сделать как бы быстро. Ну, одним нажатием буквально кнопки, не надо ничего такого. И всего остался один день, 13 часов. То есть до 10 ноября это все дело нужно сделать. Поэтому срочно, быстро и не откладывайте. Вот такое вот, вот так, в общем. Итак, что вы делаете? Переходите по первой ссылочке в описании. Попадаете на вот этот вот пост. Заодно подпишитесь на телеграм-канал. И в этом посте уже есть все описание, вдруг вам так будет легче. И все нужные абсолютно ссылки для того, чтобы вам перейти. Уже все в одном месте было. В общем, так что вступайте в телегу обязательно. Тут все намного больше, лучше. Заходите в закрепленное сообщение. Там для новичков есть инструкции все, что и где, когда. Так, дальше переходим по вот этой ссылочке. На вот этот вот сайтик, да, что я сейчас. Попадете сюда, первое. Что вам надо? Вам нужно, естественно, иметь кошелек. Я использую MetaMask, но тут будет и будут и другие виды кошельков доступны, такие как Trust Wallet, там, например, OKX Wallet, ну, много других кошельков. Дальше, если у вас в сети Scroll нет этого как бы эфира, да, потому что транзакции мы там оплачиваем в эфире, идете во вкладочку Bridge, и тут вы делаете... Ну, бридж, короче, или же зефира. Многие говорят почему-то именно зефира. Ну, зефира дорого, как бы. Но если уже в другой сети у вас нет, то пробуйте с какой-то другой сети перегнать в скролл. Вот видите, тут много сетей, ну, блин, реально полно. По-любому у вас большинства есть где-то эфир. И тут выбираете сеть, в которой у вас есть эфириум, а тут выбираете скролл. Так. Ну, у меня просто... Короче, не буду даже мучаться этой всей движухой. Вы поняли, да? Тут должно быть какое-то что-то другое, кроме скролл. А тут именно должен быть скролл. Нажимаете send, и вам там перебросит эфира сколько надо. Ну, хотя бы минимум, если именно вы только на эту активность рассчитываете, то там 5 баксов, и пусть еще немного останется для других активностей. Все, перебросили вы эфир с какой-то сети в скролл. Дальше идете во вкладочку deploy. И нажимаете вот эту вот кнопку. У вас активируется ваш кошелек, с помощью которого вы там зашли, да. И вот, ну, 9 центов, да, примерная плата за транзакцию. Нажимаете подтвердить. Транзакция проходит, оно там, в общем-то, все взаимодействует как надо. И все. Блин, это Telegram задолбал. Как только видео сажусь писать, пим-пим-пим. Так, контракт, use smart contract has been deployed. Все, ваш смарт-контракт задеплоен. Так. Можно перейти, посмотреть в скан, да, на транзакцию. В общем, все, 20 секунд назад все прошло. Все хорошо, все отлично. Дальше. Следующий этап, вы нажимаете вот эту кнопку, проверите, подходите ли вы уже к этой всей движухе или нет. За это, кстати, нам дадут NFT-шки какие-то вроде хорошие очень сильно. И тем, кто раньше это сделает, то есть через вот полтора дня, грубо говоря, тем лучше. Потом еще будет то же самое, но уже хуже NFT-шки, поэтому спешите. Так. Приходим по этой кнопочке, спускаемся вниз. И, я так понимаю, жмем все. Вы имеете право чеканить NFT. Вернитесь 15 декабря 2023 года, чтобы получить его. То есть всего одним нажатием, кнопочки вы делаете активность в сети Scroll. И так, ну, дополнительная транзакция. Заимствуете с смарт-контрактом и еще претендуете на какую-то хорошую NFT-шку, которую можно там, я видел, по 500 баксов и сколько хочешь. В общем, нормальная тема. Не пропускайте. И еще есть вот такая тема. Вот жмете кнопочку Claim, вас перекидывает на Galax, да? Тут вам нужно будет выполнить всего-навсего три задания, и вы получите еще одну дополнительную NFT-шку Scroll Bridger. То есть, я так понимаю, в основной же сети, да?
Так как вы уже на этом сайте вот воспользовались мостом, то первое у вас уже должно быть автоматически выполнено. Ну а тут просто подписывайтесь на Twitter, ретвит и все, привязывайте Twitter к этому сайту и до свидания. То есть вот такие активности, которые я вам очень сильно советую сделать, не пропускайте, потому что можно будет хорошо заработать практически без вложений. Вот такие дела. Да и вообще, ребята, вступайте. Вот если вы новичок, учитесь, вот сколько говорю и буду говорить, учитесь, пока еще можно вот так легко, так скажем, зарабатывать в интернете, ну и без вложений, и особо без вложений. Раньше таких возможностей примерно не было, когда я еще до криптовалюты пытался заработать в интернете. Нифига у меня не получалось, вечно везде кидалово. Ну, короче, не хочу и вспоминать. Но сейчас с приходом крипты все намного облегчало. Возможностей больше, заработать вариантов больше, но все-таки раньше даже тут было заработать легче. Поэтому чем дольше вы будете мудохаться, тем вам же хуже. Это 100%, я уверен тут полностью. Так что думайте и подписывайтесь на меня везде. Все, ребята, спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь, конечно же, на канал, всегда вам буду очень рад. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И работаем!